страшные. Руки и Пэт патрулируют улицы города. Что ж, начался еще один рабочий день. А? А? Что там произошло? Давай-ка проверим. В чем дело? Какой беспорядок! Что случилось? Что же теперь делать? Тайо! О, Пэт! Эй, что здесь тряслось? Ну, знаете... Так, вроде никого нет. У меня вроде тоже. Если нас снова поймают, Шайн... У нас будут неприятности. Я тебя поймаю! Спиди, Шайн! Притормозите, ребята! Я должен сделать доставку вовремя. Это мы во всем виноваты. Если нас снова поймают... Поехали быстрее! Подожди меня! Не волнуйся. Никто нас здесь не найдет. Я очень надеюсь. И я недавно нашел это место, его никто не знает. Шайн! Ага, что? Ого! Так, ребята. Это уже не первый раз. Кто-то ведь мог пострадать. Во всем виноват Спиди. Что? Почему это я виноват? А мне кажется, что вы оба виноваты. Что? Нет! Простите нас! Мы больше не будем так! Ну, хорошо. Тогда так. Ага. Значит так, я дам вам, ребятки, еще один шанс. И что нам делать? Делайте что-нибудь хорошее и берите подписи у тех, кому поможете, и я все забуду. Делать что-то хорошее? А что значит «все забуду»? Наказывать. Не буду вас наказывать. Но мы не... Вам нужно сделать все до конца дня, чтобы избежать наказания. Хорошо. Что-то хорошее? И нас не будут наказывать. Ну хорошо, давайте поторопимся. Нам предстоит сегодня много работы. Придумал! Мы можем помочь на стройке! Эй, подожди! Эй, Макс! Спиди, Шайн! Так-так, кто здесь у нас? Мы приехали помочь вам! Да. Помочь нам? Да! И после нам нужны ваши подписи. Подписи? Во-первых, вы можете перевезти вот эти контейнеры с песком. Если все сделаете правильно, мы подпишем бумажки. Будет сделано! Эй, я первый! Я что-то волнуюсь. Я сделаю это быстрее. Я ничего не вижу. Спиди. Подожди. Стой. Что это они делают? Но они ведь сказали, что хотят помочь! Спиди! А мы могли научить их! О, нет! Немедленно уезжайте отсюда! Мы же просто хотели помочь! Да, и нам ничего не подписали! Привет! Что с вами случилось? Долго рассказывать! А вы куда собрались? О, мы специально освободились пораньше, чтобы помочь Раби. Помочь Раби? Да. Мы поможем ему навести порядок. Мы поможем вам. И получим подписи. Я помогу. Я. Что это с ними? Даже не знаю. Приключения Тайо.
Вы можете отдохнуть, а мы поработаем. Зачем? Мы же можем вместе. Я же говорил, нам нужно собрать подписи. Так что можете где-нибудь прогуляться. Ну хорошо. Удачи вам, друзья. Ну, с чего бы нам начать? Поехали. Может, они закончили? Может быть. Ты чего, Робби? Та-дам! Та-дам! Что скажете? Чистотища! Что это? Грязнее, чем было! Давайте, подпишите! Ну! Уезжайте! Мы ничего не подпишем! Здесь просто ужасно грязно! Да ну, не так страшно! Мы же все убрали! Да, мы убрались! Мы ничего не подпишем. Ну и почему же? Что у вас здесь такое? Я смотрю, у вас здесь что-то случилось. Да, во всем виноват Шайн. Неправда, виноват Спиди. А мне почему-то кажется, что виноваты вы оба. Все же стоит вас наказать. Давайте-ка оба домой и поживее. Видимо, ничего у вас не выйдет. На этот раз вам не повезло. О, нет! Мы же просто пытались помочь. Да, мы все время что-то делаем не так. Еще немножечко. Шайн, весь этот беспорядок устроили мы. Они все еще наводят порядок. А я думал, что мы помогаем. Но мы делаем только хуже. Теперь мы наказаны и должны ехать домой. Да. Скорее, мы уже опоздаем. Смотри, это Сито. Мы все пропустим. Сито, что случилось? Я должен отвезти туристов в аэропорт, но у меня сдулись шины. Я боюсь, что не справлюсь, они опоздают на самолет. Что? Что же нам делать? Один, два. Мы можем отвезти в аэропорт 4 человек. Но, Спиди, мы же наказаны, помнишь? Если вы не будете вести себя хорошо, у вас не будет возможности исправить. Да, наверное, ты прав. Мы же опоздаем на самолет. Опоздаем, мамочка. Шейн, нужно отвезти их в аэропорт. Согласен, мы должны попробовать. Сито! Не переживай, мы отвезем твоих пассажиров в аэропорт. Правда? Да! Спиди и Шайн благополучно доставили туристов в аэропорт. Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Я рад, что мы не пропустили вылет. А я рад, что мы их подвезли. Это так здорово! Это Тайо и Ленни! Привет, друзья! Вы уже домой? Да. Мы наконец навели порядок. Простите нас. Мы все испортили. Да все в порядке. Но мне кажется, вы должны были ехать домой. Руки и Пэт ищут вас. Спиди, Шайн. Что вы тут делаете, а? Ну-ка остановитесь. Разве я не ясно объяснил? Вы оба наказаны. Да, но мы же... Мы только хотели, чтобы... Снова ваше оправдание! Эй, ребята! Вот вы где! А я вас везде ищу. Сито! Я так и не смог сказать вам спасибо. Спасибо, друзья! Ты о чем это, Сито? О! Я не мог отвезти пассажиров в аэропорт. У меня спустило колесо, а Шайн и Спиди помогли мне. Благодаря им пассажиры успели на самолет. Что? Это все правда? Ну,
Да. Что это? Эти наклейки означают, что вы сделали что-то хорошее. Что? Но мы же не послушались. Это так. Но все же вы помогли другим, несмотря ни на что. Вы помогли другим, потому что знали, что им действительно нужна ваша помощь. Так что ваше наказание отменяется. Ура! Большое спасибо! Поздравляю вас! Молодцы! Вы же не будете больше так делать, ведь правда? Конечно, нет! Потому что мы стали послушными! Спиди и Шайн научились помогать другим. Теперь они знают, насколько это важно. Озвучено. Нана приезжает в город. Автобус из провинции по имени Нана приехал в переполненный столичный город. Город совсем не похож на сельскую местность. И как это они строят такие высокие дома? Надо быть повнимательней на дороге. Извините. Какие здесь грубые машины. Эта дорога более тихая. Я поеду по ней. Дорога перекрыта. Раз, два, взяли! Они специально перекрыли дорогу. Значит, я здесь не проеду. Я ее здесь раньше не видел. Привет! Ты напугал меня! Извини, я не хотел тебя пугать. Но почему ты здесь стоишь? Дорога перекрыта. Что? Надо попросить их подвинуться. Макс, можешь отъехать? Ты загородил проезд. Правда, прости, Тая. Не беда. Ну вот, поехали. Спасибо, мне бы не хватило духу. Напрасно, мы здесь все друзья. А ты кто? Меня зовут Нана. Я приехала к вам из провинции. Ух ты, так ты из провинции. Меня зовут Тая. А ты здесь впервые? Кстати, я знаю один очень красивый маршрут. Хочешь поехать со мной? Правда? Было бы здорово. Я здесь ничего не знаю. Спасибо. Покатили! Вперед! Тая решил устроить Нане экскурсию по городу. Ух ты! Просто как картинка! Так красиво! Ну как? Тебе здесь нравится? Ого! Привет, Мэтт! Рад тебя видеть, Тая. Это должно быть поезд метро. Как дела? Хорошо! Ого! Тая знаком даже с поездами метро. О, приветствую! Ты ведь из провинции? Надо же! Ну, как ты узнал? Из-за твоего цвета. Ты не такая, как остальные автобусы. Ты знаешь все-все, Мэтт. Ну, удачи вам! Увидимся! Пока! Ого! У Тая много чудесных друзей! Тая! Привет, Бонг-Бонг! Привет! Так ты теперь ездишь один? Да. Меня первого из моих друзей отпустили одного. Правда? Так держать, Бонг-Бонг! Это все твоя заслуга! Я ехал так, как ты учил, и меня похвалили! Здорово! Поздравляю! Тая даже учит молодые машинки. Тая, я буду много тренироваться, чтобы стать таким, как ты. Ладно. До скорой встречи. Пока. Тая, ты такой славный. Что? У тебя чудесные друзья. И ты знаешь все улицы. Да ну, это совсем не трудно. А ты самый главный из автобусов? Главный?
Я права, верно? Я выгляжу таким крутым? Ну, меня можно и так назвать. Ух ты! Как мне повезло, что я встретила в городе босса! У меня есть еще работа, так что мне пора. Как? Уже? Прости. Ничего, теперь не потеряюсь. Ладно, тогда до встречи. Спасибо за прогулку, босс. Тайо автобосс? Главное не зазнаться. Тайо закончил работу и вернулся на станцию. Привет, ребята! Привет! Босс! Нана! Как я рада! Нана, как ты здесь оказалась? Я потерялась, а Сито меня нашел и привел сюда. Привет, Тайо! Что? Так значит, вы знакомы? Да, сегодня босс устроил мне экскурсию по городу. Тайо, босс? Да. И это было так весело! Я мог бы показать тебе места еще красивее! Что ты говоришь? Как ты смеешь отзываться о моем боссе в таком тоне? О, нет! Нана, если хочешь, мы можем еще покататься по городу! Еще бы! Тогда поехали! И почему всем так нравится Тайо? Тайо, босс? Она считает меня главным, а я не могу сказать ей правду. Босс, что это за здание? Это телебашня. О, да, точно! Я видела ее по телевизору. Босс, я хочу туда! Что? О, нет! Я же никогда там не был. Пожалуйста, босс! Но если я скажу, что не знаю дороги, она будет разочарована. Ну ладно. Хорошо, едем. Спасибо, босс. Отсюда она хорошо видна, значит, я не потеряюсь. Ну, Нана, не отставай. Приключения Тайо. Тайо решил отвезти Нану прямо к телевизионной башне. Ее труднее найти, чем я думал. Кажется, мы уже здесь были. Босс! Да? По-моему, я уже видела эти здания. Похоже, что мы едем кругами. И правда. Мы на самом деле ездим кругами. Это же Пэт. Он может показать мне дорогу к башне. Нана, ты подожди меня здесь. Я ненадолго. Хорошо. Интересно, куда он? А, вот куда надо проехать. Спасибо, увидимся. Пока. Нана, должно быть, ждет. Надо поторопиться. Простите, я тут... Что его так задержало? Босс? Почему не едем? О, простите, но босс сказал мне ждать здесь. О чем это ты говоришь? Ты нам мешаешь. Дай проехать. Но босс велел никуда не уезжать. Ну-ка, пропусти нас. Хорошо. О, нет, ведь босс будет меня искать. О, нет, я же попросила ее ждать здесь. Куда она делась? Наверное, устала ждать. О, нет! Как же так? Тайо и Нана не могут найти друг друга. Босс! Босс! Куда же он мог деться? Что же мне делать? У тебя все в порядке? Офицер! Босс Тайо попросил меня ждать. А я потерялась, потому что не дождалась и уехала. Что? Тайо? Так значит, ты была с Тайо? Да. Вы можете его найти? Ну, конечно. Он спрашивал нас, как проехать к телебашне. Может, он тоже заблудился? Что вы говорите?
Тайо главный из всех автобусов. Он знает здесь каждую улочку. Что? Главный? Он, наверное, просто пошутил. Что? У нас нет главного автобуса. Тайо новичок, и ему есть чему поучиться. Вы это серьезно? Нана! Нана! О, уже совсем поздно. Вдруг с ней что-то случилось? Босс! А? О, Нана! Где ты была? Я повсюду тебя ищу. Я немного задержался, я знаю. Но ночью телебашня намного красивее. Вот я и решил дождаться темноты. Тайо! Пэт! Я все ей рассказал. О чем? Тайо, как ты мог завести сюда Нану? Ты ведь здесь первый раз. Что, если бы Нана не встретила нас? Теперь жди неприятностей. Нана, я просто маленький автобус, а никакой не босс. Прости, что обманул тебя. Ты на меня сердишься, да? Нет. Мне все равно, главный ты или нет. Что, правда? Благодаря тебе я увидела этот город. Мне будет о чем вспомнить. Я так рада, что встретила тебя, Тайо. Спасибо, Нана. Пора возвращаться, уже поздний час. Хорошо. Ладно. Тайо, ты приедешь к нам в провинцию. Я покажу тебе свой город. Знаешь, в провинции я самая главная. Что? Тайо, больше никогда никого не обманывай. Но ты молодец, что показал Нане свой город. Сокровища мои! Сегодня утром Пэт и Руки приехали на техосмотр. Похоже, ему нужен серьезный ремонт. Последнее время было очень много работы. У нас совсем не было времени на отдых. Это так тяжело. Иногда и мне хочется все бросить. Что ты говоришь, Руки? Пэт, дай-ка я приведу тебя в порядок. Тебе надо поменять моторное масло. А? Масло закончилось. Что же делать? Привет, Анна! А? Как дела? О, вы не могли бы мне помочь? Привезите моторного масла со склада. Я съезжу за ним. Так, посмотрим. О, вот же оно! Что это? Что-то Тайо долго нет. Что? Тот же светофор опять сломался? Пэт, боюсь, что нам пора на работу. Хана, придется нам отложить мой ремонт. Хорошо. Надеюсь, все будет в порядке. Ребята! Я нашел карту сокровищ! Карту сокровищ! Этот значок показывает, где спрятаны сокровища. Я же говорил, это настоящая карта! Наверняка там спрятаны невиданные сокровища! Невиданные сокровища! Ребята, смотрите! Видите значок? Он похож на значок нашей станции. О, правильно! Значит, сокровище где-то здесь. Может быть. Предлагаю посмотреть в компьютере. Посмотрим, что это за место. Эй! Это площадка на парковке! Неужели это сокровище спрятано на площадке? Ребята, отправляемся на поиски сокровищ! Да! Все вместе мы точно сможем его найти. Мне срочно нужно кое-куда съездить. До встречи, друзья! Эй, Руги!
А мне не хочется искать сокровища. Ганни, пошли играть. Но... Давай, поехали! Ну ладно. Ребята! Что происходит? Все разъехались! Таю поехал на площадку, чтобы найти сокровище в одиночку. С остальными было бы куда веселей. Это же Роги! Я должен найти сокровище первым. Он же сказал, что у него дела. Так ты хочешь забрать сокровище себе, так? Ага! Я хотел поискать сокровища вместе с Таю. Кстати, о сокровищах. Не хочешь поискать их со мной? Но, Ленни, мы ведь могли сразу поехать с Таю. Ты что, не понимаешь? Ведь тогда нам пришлось бы с ними делиться. Да, ну... Значит, ты не хочешь искать сокровища со мной? Нет, дело не в этом. Ганни, ты ведь мне поможешь. Хорошо. Ура! Тогда вперед! Подожди! Фу! Может, здесь? Да где же это сокровище? Кто это? Я легендарный хранитель сокровища! Хранитель сокровища? Такой жадный автобус никогда не получит сокровища! Если ты сейчас же не уйдешь, я съем тебя живьем! Пожалуйста, не ешь меня! Надеюсь, что Тая не доберется раньше нас. Спасите! Разве это не Роги? Куда это он так торопится? Ленни, Роги! Таю! Что вас так удивило? Вы тоже приехали сюда искать сокровища? Мы нет. А что, здесь был кто-то еще? Да, Роги пытался найти сокровище в одиночку. Думаю, он собирался оставить его себе. Так что я отпугнул его. Так это Тайо обратил Роги в бегство. Как бы заставить его уйти? Тайо, вообще-то мы разыскивали тебя. Правда? Но зачем? Хана сказала, что ей срочно нужна твоя помощь. Правда, Ганни? Да! Но я же еще не нашел сокровище! Ты должен спешить! Это срочное дело! Ну ладно. Значит, придется ехать. Ленни, ты уверена, что так надо? Жаль, что пришлось обмануть Таю, но что поделаешь? Поехали искать! Как скажешь. Приключения Таю! Не могу поверить, что мы ничего не нашли. Нам надо было искать сокровища с остальными. Эй, вы! Ха! Как вы могли мне наврать? Хотели от меня избавиться, так ведь? Что происходит? Ты заставил Роги убежать! Что? О чем это вы? Роги! Таю, ты притворился легендарным хранителем, чтобы напугать меня? Ну и что? Ты хотел оставить все сокровище себе! Ребята, хватит вам! Из-за чего вы ссоритесь? Сио! Дело в том, что... Это из-за сокровища! Сокровище? Хана, вы хотите сказать, что сокровище там, где значок? Так вы и нашли его? Нет! О, Хан, эта карта очень древняя. Может, в том месте была старая станция? О, ты прав. Там когда-то была станция. Что? Тогда где же это место? Сейчас. Перенесем значок на карту старой станции. Это же старый парк. Сейчас на этом месте стройка. Значит, там стройка? Спасибо! Подожди нас, Роги!
Ай, как я устал. Роги! Подожди! Вот так дела! Так гонять небезопасно! Ух, дети! Вперед, Пэт! Что? Что? Сокровище? Да, и оно спрятано где-то поблизости. Но мы же здесь все перерыли. Да, и ничего ценного не нашли. Есть одно место, где мы еще не копали. Тут есть одно очень старое дерево. Вот это оно! Копни-ка там, Поко! Запросто! Там что-то есть! Сундук с сокровищем! Эй, детки! Ездить так быстро очень опасно. Вы все превысили скорость. Руки, Пэт! Куда это вы так спешили? Мы так хотели найти сокровище. Сокровище? Да! Руки, ты не мог бы раскрыть этот сундук? Это сокровище? Хорошо, попробуем открыть. Что это? Это не сокровище! Нет! Не бойся! Все в порядке? С того самого дня я всегда мечтал стать полицейским. Я спрятал полицейский значок как сокровище в эту шкатулку и собирался открыть ее, когда стану настоящим офицером. Не могу поверить, это он! Ого! Так ты стал тем, кем всегда мечтал стать! Да! Вот это да! Мы и не знали об этом! Значит, мы напрасно ссорились! Таю, прости, что я обманул. Нам тоже стыдно. Нет, я ведь тоже виноват. Давайте больше не ссориться. Да! Спасибо, друзья. Для меня это настоящее сокровище. Я очень устал на работе, но благодаря вам мне стало легче. Правда? Но превышать скорость нельзя. Автобусы все-таки нашли сокровище. Благодаря им Руки и Пэт стали чувствовать себя куда лучше.